Ко сну надо готовиться заранее. Примерно за час до сна надо начинать подготовку ко сну. И от этого часа зависит и качество вашего сна, и как вы заснете, и как вы будете спать, и как вы проснетесь. Вот. Многие рекомендуют, это очень полезная вещь, это вечерние прогулки. То есть перед сном пойти прогуляться, подышать свежим воздухом. Можно быстрым шагом, чтобы размять мышцы, да, потому что сейчас вот у меня муж ходит, занимается спортом в тренажерный зал, и там вот инструктор ему говорит, что вот на беговой дорожке бегать сразу нельзя, это вредно для коленных суставов, надо быстро ходить. Вот быстрая ходьба, она полезнее, вот особенно вот людей после 30, она полезнее, чем бег, что вроде как идет разгон крови по организму, но вот при этом вы не делаете излишнюю нагрузку на коленные суставы. Вот. Если вдруг у вас нет возможности прогуляться, да, вот по свежему воздуху на улице перед сном, там или у вас какой-то опасный район, или еще какие-то есть сложности, которые мешают вам прогуляться, возьмите за правило делать 10-минутную легкую гимнастику или дыхательные практики с открытой форточкой и расслабляющей музыкой. То есть небольшая нагрузка физическая перед сном, она хорошо действует. А также теплый душ или ванная с приятным расслабляющим запахом. Кстати, вот тоже, когда я отвечала на вопрос, очень интересно, некоторые рекомендуют горячие, вот теплые, не горячие, а именно теплые, а некоторые рекомендуют холодные душ принять, потому что после такого прохладного душа вам холодно, вам хочется быстрее забраться под одеяло, да, и согреться, вы быстрее засыпаете. Ну, я не знаю, вообще люблю больше теплую принимать, да, теплый или контрастный. Ну вот ванная тоже с расслабляющими ароматами, запахом лаванды, запахом иланг-иланга, пачули, вот такие расслабляющие ароматы, которые успокаивают нервную систему. Вот это да, это способствует сну, обязательно, чтобы были такие вот запахи. Ну, хотя на самом деле тоже просто теплая вода, она успокаивает. Вот. Проветривание спальни. Обязательно перед сном проветрить спальню, чтобы в спальне был свежий воздух. Мы вообще рекомендуем, чтобы комфортная температура в спальне была 18-20 градусов, чтобы как бы лучше спать под одеялом, но при открытой форточке. Но мне это не подходит. Для меня температура комфорта – это 25 градусов, и с кондиционером я вообще спать не могу. Мне нужна именно открытая форточка, чтобы был приток воздуха. Но есть озонаторы, есть специальные устройства, которые очищают воздух, да, которые могут поддерживать определенный температурный режим. Вот если у вас все плохо с экологией в вашем районе, вы можете подумать как раз-таки о том, чтобы приобрести очиститель воздуха, который будет озонировать, очищать, освежать и наполнять кислородом воздух. И, конечно же, Digital Detox. Вот этот вот час перед сном не включайте компьютер, не подходите к телефону, ну, в смысле, не используйте телефон как книжку, да, не надо там читать всякие вещи, там, нагружать себя какой-то информацией. Постарайтесь этот час максимально разгрузить мозги, не загружать новую информацию, не вчитываться, не проверять почту, не читать тревожные новости. То есть по максимуму надо добиться такого спокойного, комфортного состояния. Что у нас дальше? А, вот вечернее чаепитие. Тоже вечером, перед сном, вот в этот час можно включить вечернее чаепитие. Только без плюшек. Потому что плюшки, они плохо сказываются на нашей фигуре. А вот я сейчас вот специально, у меня мама ругается, постоянно у меня ворчит, потому что я чайный сноб, у меня очень много чая вечером. Я пью чай из османтуса или чай из цветков кофе по настроению. Они оба расслабляют. Вот до того, как я нашла эти чаи, я пила мятный чай на ночь. Есть вот чай с лавандой, есть специальные успокаивающие сборы, да, успокаивающие, расслабляющие нервную систему, такие вот спокойные, которые помогают снять последствия стресса, расслабиться и спокойно уснуть. Еда, улучшающая сон. Ну, во-первых, перед сном, конечно, лучше не наедаться, лучше не набивать желудок, потому что если за 2 часа до сна вы набьете желудок, за час, за 2 часа, да, если у вас будет там еда, которая вот тяжело переваривается, если вы будете вот слишком сыты, то у вас могут возникнуть проблемы со сном, и вы будете тяжело будете засыпать,
тяжело будет спать, и организм вместо того, чтобы тратить силы на восстановление, он будет тратить силы на переваривание того, что вы в него набросали. Вот, вот по разным, из разных источников я вот собрала информацию, да, молоко. Считается, что молоко оказывает успокаивающий эффект и неплохо утоляет голод. Вот можно добавить чайную ложку меда, и это даст вам больше расслабления. Ну, также мед – это витаминная подпитка. Но опять-таки, что подходит тем, у кого нет аллергии на казеин, да, у кого нет казеиновой непереносимости, и нет аллергии на пчелопродукты. Индейка. Вот из легкого перекуса вот на ужин можно вот съесть индейку, потому что в индейке содержится большое количество витаминов группы В, которые регулируют синтез серотонина, и железо также содержится для более глубокого сна. Вот, но да, то есть про индейку я пропустила, она тоже относится к здоровым продуктам, так же, как и козлятина. Вот. Ну, индейка вроде доступная в России, насколько я знаю, продукт, но не могу ручаться. Сухофрукты, вот то, о чем я говорила, это вот финики, это финики и сушеные абрикосы, как называется, курага. Вот, финики, курага содержат магний, и магний – это важный элемент для хорошего сна. Также полезно вечером есть цельнозерновой хлеб. Не белую сдобу, а вот цельнозерновой мультизлаковый хлеб. Он не только способствует здоровью сну, но и утоляет голод. При этом он не вредит вашей фигуре. А также хорошо вот вечером есть зеленые листовые овощи. Травяные чаи и отвары, как раз то, о чем я говорила, помогают заснуть и снизить негативный эффект от неправильных продуктов.